Гитара – это что-то особенное для меня. Я нашел гитару, которая принадлежала моему отцу. Я начал играть с ней. Вначале просто как с игрушкой. Я никогда не думал, что однажды она заиграет по-настоящему. Меня зовут Тони Мелендес. Я родился в Никарагуа, но всю мою жизнь я прожил в Соединенных Штатах Америки. Я певец и гитарист. Мы приехали в Америку, потому что в Никарагуа не было никаких лекарств для безруких детей. Когда моя мама была беременна, она принимала транквилизатор, талидомид. Поэтому я родился без рук. Когда я был маленьким мальчиком, я не мог понять, почему у меня их нет. А когда я подрастал, остальные дети кричали: «У него нет рук!» И это задевало мое сердце. Будучи молодым человеком, я был вынужден учиться использовать мои ноги, чтобы все делать самостоятельно. Я писал, играл и делал все только ногами. У меня две сестры и один брат, который постоянно помогает мне. Моя мама по-прежнему жива, но отец уже умер. Сейчас я признателен за все то, что они сделали для нас. Мой отец пожертвовал всем, чтобы оставить свою страну и привести меня сюда. Он единственный, кто постоянно мотивировал меня, чтобы я не сдавался. Он говорил: «Ты должен это сделать». Я всегда мечтал, что когда-нибудь я смогу жениться. Но девушки всегда убегали от меня и кричали: «У него нет рук». Но я нашел прекрасную женщину. Она моя сила, и она моя компания. Так как мы не могли иметь детей, мы усыновили двоих. Мы отправились в Сальвадор, где родился мой отец, и удочерили дочку. И отправились в Никарагуа и усыновили мальчика. Музыка началась в моей жизни, когда я был маленьким мальчиком. Моя мама пела, а отец играл на гитаре. И я тоже решил научиться на ней играть. Вначале было тяжело, особенно когда я настраивал гитару. Я практиковался по 6-7 часов в день, и только тогда музыка стала звучать как музыка. Бог дал мне силу, музыку и семью. Через музыку я соединяюсь с Богом. Это помогает мне расти и усмирять свое сердце. Люди часто спрашивают меня: «Тони, почему ты чувствуешь себя таким полноценным?» Я им всегда отвечаю: «Потому что у меня прекрасная семья, у меня сердце, которое хочет танцевать, петь и жить обычной жизнью, и потому что в глазах Бога я совершенный». Тони, ты поистине мужественный молодой человек. Ты даешь надежду всем нам. Я желаю тебе, чтобы ты продолжал давать эту надежду всем людям. Бог всегда в моей жизни. Он говорит мне: «Тони, ты должен работать, ты должен петь, ты должен помогать, ты должен быть моими ногами и, возможно, руками». Я начал путешествовать, петь и разговаривать со многими молодыми людьми по всему миру.
Я вижу людей, у которых есть руки, ноги, у которых есть все. И они говорят: «Я не могу, я не могу». Вы можете, вы можете. Люди часто спрашивают меня: «Тони, а что такое чудо?» Я всегда им отвечаю: когда я вижу, что вы поднимаете свои руки, для меня это и есть чудо. Пожалуйста, не говорите мне, что вы не можете, потому что вы можете намного, намного больше. Просто встаньте и скажите: «Я хочу, я могу, я сделаю». У вас есть целый мир, который так и ждет, чтобы ваши руки сказали им «да».